Всем доброго дня. Сегодня у нас выходной, и внучка на нашем попечении. Стоит невыносимая жара, а мы должны куда-то пойти прогуляться обязательно. Поэтому мы выбрали место, такое место, где жара не будет влиять на нашу прогулку. Посмотрите, мой любимый кактус. Цветет все лето. То два, то один. Самое большое 3 цветочка. Вот вчера было 3. Цветы однодневки уже закрылись. А вот то, что было вчера. Наши гибискусы 3, белый, розовый и красный. В такой жаре, конечно же, им очень тяжело, приходится поливать 2 раза в день. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас я смотрю, много есть и бутончиков, и вот красные выросли. Скоро будут розовые, прям в большом количестве, и беленькие тоже. Открывай бассейн. Друзья, вы знаете, как меня зовут? Меня зовут Эмия. Я купаюсь в бассейне 100 раз. Гранатовое дерево растет оно у соседей. Неоднократно оно уже фигурировало в наших фильмах. То показывало вам свои цветы, показывало завязи. Такой бесплатный актер наших фильмов. А сейчас на нем, смотрите, какое огромное-огромное количество плодов. Куда мы все-таки едем сегодня? Мы так и не сказали. Я не знаю. Мия, ты не знаешь, куда мы едем сегодня? Я знаю. Куда? Громко говорят. А погромче. Я знаю. Куда? Куда? Да. Куда? Да. Аквариум. Да. И это город Иерусалим. Это город Иерусалим. Молодец. А там рыбки, птички или животные? Рыбки. Молодец. А какие там рыбки? Речные или морские? Морские. Молодец, подумала долго, но отлично.
Это место любят как взрослые, так и дети. Здесь есть достаточно пространства, чтобы поиграть, побегать, покормить рыбок, полюбоваться распустившимися кувшинками. И, конечно же, съесть что-нибудь вкусненькое в местном кафе. Да, бросаем. Денежку поворачиваем. А теперь аккуратненько отсюда. А что так мало? И все? Не, должно быть еще. Подумал. О, дедушка сразу сообразил. Дай мне. Только не все сразу, по чуть-чуть кормим. Можно мне тоже покормить меня? Да. Мы кормим, Лариса? Давайте, кормите. Пойдемте. Да, да, я скажу. Мы их кормим? Так. Видите, за Гимером? Сидел там. Сидел там за Гимером. Было на своя пола, на симбо. Лариса, я увидел золотую рыбу. Ух ты! Золотая рыба, это здорово! Вот! Хорошо, купим, конечно, купим. А потом будет розовый. Ну что ж, мы снова прибыли в аквариум Израиля. А находится он в каком городе Мия? Иерусалиме. Мы уже второй раз здесь, и, конечно, сегодня совершенно другое настроение. Солнышко, такие кувшинки разноцветные. Это вот центральный официальный вход в него. А в прошлый раз мы были в дождь, правда, попали? И было немножко грустно. Теперь совершенно другое летнее настроение. Это уникальное место, которое работает с 2017 года. И, конечно же, дети любят его, или как ты думаешь, или не очень? Любят, правда? Любят его, и так нормально. Нормальное место. Вот, скажем, такой отзыв от детей. Конечно же, сюда очень любят семьи со всего Израиля приезжать, не только с Иерусалима. Объем аквариума мы сейчас покажем, какие есть павильоны, интерьеры, какие коллекции рыб, экосистем различных и так далее. Конечно же, наш Иерусалимский аквариум не может конкурировать с мировыми аквариумами-гигантами. Да, собственно говоря, его создатели и не ставили таких целей. Весь комплекс занимает 7000 квадратных метров и имеет 33 аквариума, в которых представлены обитатели Средиземного, Красного и немного представителей озера Кинерет, Галилейского моря. От возникновения идеи и до воплощения ее в жизнь прошло целых 10 лет. Аквариум был открыт в 2017 году. Стоимость проекта – 100 миллионов шекелей. Большой вклад в 11 миллионов долларов внесла семья Готтесман из Нью-Йорка. Было и немало других благотворителей. Организаторам аквариума было важно развить отношение к морю как к явлению природы, а не только потребительское. В основном здесь показаны те виды морских представителей, которые встречаются в Израиле. Здесь проводятся исследования, ведется работа по сохранению исчезающих видов. Здесь даже живут спасенные раненые черепахи.
При входе в первую галерею сразу обращает на себя внимание достаточно большой аквариум цилиндрической формы с обзором 360 градусов. В нем обитают жители Красного моря. Здесь можно увидеть целую стаю крылаток. Посмотрите, какие красавицы! Тропические ночные рыбы с ядовитыми шипами, обитающими как в Красном, так и в восточном побережье Средиземного моря. Мия, глядя на крылаток, спросила: «А это что, птички?» Рыбки достигают длины 35 сантиметров, питаются мелкими рыбами и ракообразными. Шипы их очень ядовиты, их укол может привести даже к смерти. Есть в этом павильоне еще аквариумы с рыбами Красного, Галилейского и Средиземного морей. А эту рыбу из Галилейского моря гости Израиля видят чаще всего в жареном виде. Это рыба тиляпия галилейская, известная туристам как рыба апостола Петра. Посмотрите на них, они достаточно красивы. Это аквариум со средиземноморскими рыбами. Берег Средиземного моря. Так называется аквариум, имитирующий настоящий берег моря. Посетитель может одновременно и заглянуть под воду, и тут же увидеть каменистые песчаные пляжи. Специальный механизм создает искусственные волны, и слышно их шум. Интересен открытый бассейн с целой стаей скатов-ховстаков. Они к всеобщей радости активно выплывают на поверхность. Это морские коньки. Посмотрите, какие хорошенькие. Как и в каждом аквариуме мира, в Иерусалимском есть свой подводный туннель. Здесь мы ощущаем себя как бы в морских глубинах. А вот и страшный хищник морей и океанов. К всеобщей радости выплыли акулы. Thank you.
знаете ли вы, что у акулы идет постоянная смена зубов? И их может в течение жизни смениться до 30 тысяч. Аквариум для взрослых – это еще и возможность узнать что-то новое. Для этого предусмотрены специальные информационные стенды. И тут же это новое рассказать своим детям. Аквариумы имеют и смотровые площадки. Ну как же не использовать возможность прыгнуть на мягкую подушку? Их здесь немало. Все для любимых детей. У этого аквариума почти всегда стоит очередь. Зачем? А вот и ответ. Чтобы полюбоваться рыбками внутри. Мне тоже пришлось залезать. Внучке ведь не откажешь. Это не единственная возможность оказаться в глубине воды. Есть еще и такая. Мне показалось сначала, что это просто фотография, а оказалось, что это живой осьминог. И морские звезды тоже живые. Каких только раскрасок мы здесь не увидели. Кисть божественного художника постаралась. А всеми нами нелюбимые медузы. Как они досаждают нам на пляже. Но какие они грациозные в движении. Эти крохотные, но прямо как из мультика. Во время нашего наблюдения за медузами им подали щедрый обед. Во всех морских аквариумах
нет ни одной капли морской воды, ни одной. А всего в 33 аквариумах 2,5 миллиона литров воды, производимой прямо на месте. Коллекция рыб-аквариума самая большая в регионе. В панорамном аквариуме длиной 25 и высотой 2 метра можно увидеть богато растущий коралловый риф. Закончилась на сегодня Иерусалимская водная стихия. От обеда в пиццей мы поехали домой, где нашу рыбку ждала уже нагретая солнцем вода в бассейне. Дорогие друзья, вот так и прошел наш выходной. И в этот же вечер я получил саундтрек через интернет от нашего друга, музыканта-барабанщика Александра Наумовича, живую партию барабанов, которую он исполнил в своей студии к нашей музыкальной композиции «Ритм города».
Много лет назад, до нашего отъезда в Израиль, мы играли вместе в группе «Пластическое движение» в городе Керчи в Крыму. И вот спустя 25 лет мы снова вместе играем, только виртуально. Такая живая музыкальная связь образовалась – Иерусалим-Керчь. Послушайте эту композицию, на этот раз уже живыми барабанами нашего друга.